Мы однажды вместе с Васей отдыхали на турбазе. Я из Волги не вылазил, и я с утрашки долбанул, что нам рифы, что нам мели, развлекались, как хотели, возмужали, загорели. Жалко, Васька утонул. Через полчаса с турбазы притащили водолаза. Разбудили, но не сразу. Он глаза открыл, икнул и тройного влил в аорту. Сразу видно, парень тертый, спец, отличник, мастер спорта. Правда, тоже утонул. Прибежал директор базы. Не видали водолаза? Все духи украл, зараза. Всю похмелку умыкнул. Ох, найду, кричит, и в катер, и с разбегу дернул стартер, и умчался на фарватер, там, конечно, утонул. В общем, ставьте рубль, ставлю стольник, здесь Бермудский треугольник. За покойником покойник, я как крикну караул, из кустов в одном погоне, весь в ремнях и самогоне, прибежал полковник Пронин, я сразу утонул. А потом тонули ходка. Врач и повар с пьяной теткой. Рыбнадзор тут вместе с лодкой. Ну, а к вечеру вообще. Два директора завода, все туристы с парохода. И, главное, канули как в воду. Ни привета, ни вещей. К ночи сторож появился. Он ничуть не удивился. Говорит, ты что, взбесился? Глянь на Волгу, вон она. Там на медне посередке затонула баржа с водкой. Может, сплаваем в охотку? И нырнул. И тишина.